Около 2000 гостей планируют принять Нижний Новгород в рамках проведения международного форума «Россия – спортивная держава». Сегодня об этом в ходе рабочего визита в приволжскую столицу заявил министр спорта страны Павел Колобков. Руководитель ведомства посетил ряд объектов, которые планируется задействовать для проведения форума. Главными площадками выбраны «Стрелка» для деловой части и «Арена Нижний Новгород» для спортивной. Напомню, форум в Нижнем Новгороде пройдет 10-11 октября и станет в нашей стране ежегодным. Будет посвящен развитию массового спорта, системе управления в спорте и роли, по сути дела, России в международном спортивном движении. Поэтому это самый представительный форум, главное деловое спортивное мероприятие года, к которому мы активно готовимся.